Дорогие друзья, всем привет из Греции, привет с борта яхты Бавария 42 1999 года рождения, которая выставлена на продажу. По традиции смотрим яхту вначале внутри, на улице, поверьте, очень жарко. И опять же по традиции прошу подписаться на канал, поставить лайки, такой уж YouTube, для того чтобы больше людей увидело видео, надо чтобы были лайки и подписки. Окей, салон яхты, идем по левому борту. Рундуки, холодильник, который из двух половинок. И та половинка можно полностью снять для загрузки эти двери. По ходу не забываем смотреть на состояние лакокрасочного покрытия. Газовая плита, портомойка, газовая духовка, оригинальная плита Бавария Яхт. Забыл сказать, поправляю, что яхта хозяйская, яхта не чартерная. Вот видите, ходит друг хозяина, пьет водичку. Он не продается, друзья, не продаются. Дальше идем по правому борту. По правому борту у нас капитанский столик, пульт управления, радиостанция, пионер CD плеер, радио, естественно. Капитанский столик открывается, закрывается. Далее обшивка мебели с искусственной кожи. Состояние хорошее. Разреши, собачка, я пройду. Вот столик. Компьютер в сторонку. Стол Бавария Яхт. Довольно большой, ну, есть царапины, но это, как я говорю, лечится. Ну вот такая у нас, друзья, кают-компания или салон. Идем теперь в каюту кормовую по правому борту. Мой рост 1,80 м, надо мной сантиметров 20 высоты. Довольно широкая кровать. Вот здесь хочет переделки, лакования. Рундуки. Одежда здесь. Апельсины. Это по правому борту каюта. Идем в каюту по левому борту. Такая же каюта по левому борту. Впереди два синих таких квадрата. Это сидушки для кокпита. В этой каюте тоже надо перелаковывать. Далее заглянем в галюн. Галюн по левому борту. Дверь открывается внутрь. Что мы видим? Видим
электрический туалет. Умывальник. Зеркало. Давайте откроем, посмотрим, что здесь у нас. А, ну здесь вещи хозяина и серый танк есть или нет? Не вижу. Не вижу, спрошу хозяина и сфотографирую. Посмотрели две каюты. Салон. Теперь идем. У нас еще две каюты есть. Идем в такой вот коридорчик. И открываем дверь на себя в переднюю носовую каюту. Заходим в нее внутрь. Тут обитает хозяин. Смотрим лакокрасочное покрытие. Вот. Одежда хозяина. Выходим с каюты. И у нас есть две двери. Вправо и влево. Пойдем и туда, и туда. Открываем дверь по правому борту. И попадаем в каюту. Как я всегда говорю, вагонного типа. Одна полка или кровать, верхняя и нижняя. Плюс рундуки. Помаленько уходим с этой каюты. Продвигаемся назад, закрываем дверь и открываем дверь соседнюю. И попадаем в еще один галюн. Откачка туалета тоже у нас электрическая. Зеркало. Смотрим на состояние лакокрасочного покрытия. Окей. Сейчас посмотрим машинное отделение и поднимем пару паёл. Посмотрим состояние под паёлами. Пока идем смотреть машинное отделение. Открыли крышку, подсвечиваем фонариком и смотрим двигатель. Двигатель Volvo Penta. Volvo Penta. Все данные по двигателю, по яхте. Все тонкости. Вот смотрим вниз, 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 вниз. Все данные, друзья, будут под видео. Вот собачка пришла, она тоже любит посмотреть, глянуть. Вот. Окей. Это у нас двигатель. 4 цилиндра. Время работы также напишу под видео. Открыли одну паёлу. Трещины морской воды не видно, но немножко надо помыть. Далее смотрим крепление киля. Ржавчины нет. Гайки, болты не ржавые. Глянем еще впереди сейчас, как на предыдущей яхте Бавария 41 мы смотрели. Ну вот еще одну паёлину снял. Поднимаемся сейчас на кокпит, посмотрим
яхту снаружи. Правда, рядом стоят соседи, разговаривают. Боюсь, что они нам помешают. Но не беда, посмотрим, друзья. Идем. Обращаем внимание на состояние тика. С нержавейки трап. Тик, нержавейка. 4 лебедки Харкин. Вот. Бимини прошлого года. Спрейхут, вернее. Ну и бимини тоже. Бимини. Бимини с подсветкой. Идем вперед. Яхта полностью тиковая. Тик новый, тику 1,5 года. Капа тендер лодка 2,70. Смотрим лодку с бака. Спасательный плот на деке. Откроем сейчас люк и якорный ящик. Оба паруса на скрутке. Ватт, 12 вольт брашпиль, 12 миллиметров цепь. Длина цепи узнаю у хозяина, напишу под видео. Открыли на баке люк. Здесь видим контроль якоря, разные шкоты. Ну, дополнительно хорошее место для складика небольшого. Сейчас идем назад, посмотрим солнечные панели. На яхте 2 штуки, 2 солнечные панели. И подвесной мотор, посмотрим, сколько Сузуки вижу, сколько, наверное, 2,5 лошади, глянем. 2 панели по 100 ватт. Одна. И вторая панель 100 ватт. Аутопилот. Garmin GPS. Пластиму. Компас. Раймариновские приборы. Вот, друзья, такая яхта. Бавария 42-99 года. Которая находится в Греции. Которая выставлена на продажу. Прошу задавать вопросы, на которые я отвечу. Параллельно, еще раз зайду вниз. Параллельно, друзья, хочу опять же сказать, что это не сюрвейерский осмотр яхты. Это видео, информация о яхте, которая выставлена на продажу. Ждем вас в Греции. Всего хорошего.